помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщается на официальной странице МИД Турции в соцсети X. Отмечается, что встреча прошла в Баку в рамках визита Хакана Фидана для участия в трехсторонней встрече с главами МИД Азербайджана и Грузии.